Всем привет! Сегодня у нас две вот таких больших посылки. Это у нас из распродажи на JD магазина сумки Xiaomi из магазина Nike Fans, GoFan. И сейчас расскажу историю. То есть вот здесь у нас две сумки обычные, два рюкзака. И вот здесь две сумки для себя и для жены брал. То есть это у меня попросил товарищ купить, по 9,99 мы брали. А вот это вот, и тут история такая произошла. Мне, я заказал в магазине Nike Fan две сумки ноутбучные, для того, чтобы можно было таскать ноутбук с собой. Вот, одна сумка для меня, вторая для жены. И она мне не пришла. Я писал как бы так и так, то есть прошло время, долгое время, и мне пришла Xiaomi-шная. В предыдущем видео есть рассказ о том, как мне пришла косметичка Xiaomi с трек-номером именно к вот этих вот двух сумок. И получается, я написал, снял фотографии, все это видео выложил, отправил продавцу. Продавец, ну, этот магазин не отвечал мне, я написал в JD написали, получается, они мне ответили, что мы свяжемся с магазином и ускорим, типа, процесс решения вопроса. И магазин мне вернули полностью деньги, то есть написали, что не нужно ничего возвращать, косметичку Xiaomi я могу оставить себе и, типа, мне полностью вернуть деньги. Через несколько дней деньги мне вернули, и я заказал снова эти две сумки, но уже вышло там на 2 или 3 доллара дороже. То есть, получается, Xiaomi-шная косметичка мне получилась там, ну, за 2 или 3 доллара. То есть, я точно не помню. Так она в среднем, по-моему, 5 или 6 долларов стоит. Вот. Ну, мне обошлась, считаю, в 2 раза дешевле. Вот. Сумки пришли. И буквально на днях мне пишет человек из Узбекистана, что он получил мои сумки, то есть, мои данные, как бы, но... Он связался с магазином JD, начал там переписку или что-то так, что типа ошибочно ему прислали сумки и так далее. И ему дали мои контакты, чтобы он мог со мной связаться. Но мне сумки, мне деньги вернули, поэтому получается человек из Узбекистана, подписчик наш уже, и он получил, считай, подарок. Вот, вместо косметички Xiaomi за 6 баксов получил две больших сумки за 25 баксов. Вот. Ну, естественно, магазин ему не вернул никаких денег, потому что он получил товар дороже, чем заказал. Но теперь ему придется заказать косметичку Xiaomi для жены, как он хотел. Вот, ну, вот такая вот история. Давайте раскроем и посмотрим все. Да, именно то, что я хотел. И давайте посмотрим, сразу распакуем вторые сумки, которые просил приятель. Эти сумки у нас уже были в распаковке. Офигенная сумка. И я еще две купил для себя и для знакомых, для родственника. Вот, по распродаже по 9,90 за 10 баксов. Это реально классные рюкзаки. 15,6 дюймов влазит в них. Помещается в них ноутбук легко вообще, 15,6 дюймов. Вот такого вот цвета две. Вот такого у меня есть. Давайте сразу откроем, посмотрим. Вот такая уже у нас была в обзорах. Вот. Классная. И вот такого цвета не было. То есть попросил товарищ заказать ему по распродажам. Вот. Вот такие вот. Коричневая и... Такая, сейчас мы их отложим, то есть здесь внутри, ну, эта сумка уже у нас была, сейчас мы их отложим, посмотрим на вторые сумки. Вот, и теперь давайте посмотрим, вот эту вот поменьше сумку я заказывал для жены, такая вот рюкзачок. Кстати, она, ну, реально такая мелковата, для планшета 8 дюймов, наверное, десятка даже, наверное, не влезет. Если сравнить с сумкой, которую на шею, которую я ношу с собой, сейчас покажу. Вот сумка, которую я ношу на плече, то есть с одной лямкой. Вот, и вот так она выглядит. То есть, а это вот получается, она немножко ниже, но шире. То есть сюда 7-дюймовый планшет лезает, но я его сюда здесь не таскаю. Давайте посмотрим, что у нас внутри здесь. Вот так вот красиво ленточкой обмотана, ремешок. Длинный. Здесь у нас кармашек, Nike Fan замочек. Вот, довольно-таки большой отсек, то есть это для путешествий, документы в дорогу можно брать. Вот так. Далее здесь у нас, ну, это просто дизайн.
Здесь тоже дизайн. И такая вот резиновая, вот из резины сделана, хлястик. Давайте ближе. Здесь передний вот кармашек маленький, как и в предыдущей сумке, что я только что показывал. Вот, ну, несколько ключей сюда поместится легко. Вот, ну и последний отдел, вот основной. Выглядит это так вот. Здесь у нас маленький отсек, но довольно-таки глубокий, то есть ладошка практически полностью залезает. Здесь отсек еще один, вот. И с этой стороны поделено на 4 отсека, то есть сюда можно ручки засунуть, да, вот нож как залез, вот, и полностью вот здесь до самого низа, то есть вот так вот пролезает нож, полностью прячется. То есть это глубина, наверное, сантиметров 10-12. Вот. Классная сумка. Прикольный ремешок. Тоже откладываем и дальше уже померяем отдельно. Вот. Ну и последняя, которую я уже покупал для себя. И вот так она выглядит. Сюда должен вместиться 14-дюймовый планшет. Сейчас, ой, планшет, ноутбук. Ну, я там вообще, по-моему, 13, но я посмотрел, так, по идее, может, 14 и влезет. Ну, будем смотреть, в общем. Сейчас его со мной нету, и я поэтому отдельно досниму, как он поместится, не поместится. Смотрим, внутри здесь вот такой вот большой карман. Здесь какая-то, ага, веревочка с замочком, с карабинчиком. И здесь у нас еще два кармана. Ну, это прикольно, кстати. То есть, даже если ноутбук не поместится, то поместится по-любому планшет. И даже десятка легко ляжет. Вот. Ну, вообще, наверное, для 13-дюймового ноутбука. Ну, я как бы надеялся, что поместится, потому что где-нибудь посмотреть. Я переживал, что не влезет Т-класс мой. Вот, Т-класс всем. Вот. Сюда залезает, в этот отдел все закрывается. Можно вот в другой отдел его запихнуть. Вот, любой отдел 14 дюймов залазит без проблем. Закрывается все. Все отлично. То есть можно смело таскать с собой. 14-дюймовый, очень доволен. Качество вообще суперовское. И сделано оно такой материал, как, блин, ну вот здесь как ткань, а здесь как пластиком покрыто каким-то, то есть, ну, бомба, в общем. Вот, жесткая спинка. Здесь у нас с задней стороны, ага, вот еще один карман большой. Сюда тоже, кстати, планшет поместится. Вот, и ручка, имеем ручку. Ручка, но она находится немножко не сверху, как обычно, а на задней панели получается. То есть, если мы несем, вот такая вот ситуация получается. И смотрим передний. Передний этот открывали, самый основной теперь смотрим. Здесь вот жесткая такая, она как что, вытягивается? Нет, не вытягивается. То есть, давайте начнем с этой стороны. Вот карман такой большой и глубокий. Далее второй карман, еще один кармашек и большое отделение. Далее идет у нас такая вот, скорее всего, для планшета, наверное, или для ноутбука, то есть сюда вставлять. То есть вот эта вот перегородка, она жесткая. Вот, и здесь у нас большой побольше отсек. И получается еще с одним. Но здесь уже плотная, но мягкая перегородка. То есть такая двойная. Здесь какая-то вставка мягкая. То есть здесь у нас типа пластика что-то. Здесь мягкая типа поролона. Ну и задняя спинка, она плотная и твердая. И давайте вот теперь поменяем ракурс и посмотрим, как они будут выглядеть на человеке. Так, у меня здесь мало пространства, поэтому как-то так. То есть вот ручка здесь находится не сверху, а немножко позади. И если нести в руках, то получается рука находится немного сзади. Давайте закрою его. Вот, немного
сзади. Вот так, давайте подтянем. Кстати, карабин здесь тоже классный. Вот такая вот система, как на джинсах. Сделан из пластика, но довольно-таки классный и качественный. Вот. Можно его подтянуть, как вам удобно. И таскать его с собой. Если... Можно сделать вообще вот так. Классная сумка. Надеюсь, что по размеру она подойдет под мой планшет T-Class, который под ноутбук T-Class, который у меня есть тоненький. Для него и покупалась. Я надеюсь, что она подойдет. Не подойдет, тогда буду использовать для других целей, но буду пользоваться. Очень мне понравилось. Далее, давайте посмотрим теперь, как выглядит вот эта вот маленькая. Вот, она более такая плечевая. Вот, тоже здесь у нас обычная, то есть не защелка, а обычный регулятор. Так. Отпустим немножко. Вот. Чтобы можно было через плечо. И осталось проверить последний рюкзак. Я возьму только один. Ну, давайте посмотрим по цвету, как вот так этот выглядит. Вот, точно такой же у нас уже был в обзорах. Я его покупал, по-моему, за 14 или 15 долларов в прошлый раз. А в этот раз по 9,90 я взял еще два вот такого цвета. То есть они, практичный цвет. То есть он не такой марки, как, допустим, вот этот. Ну, давайте в один из них попробуем засунуть игровой ноутбук Lenovo Legion R720. То есть 15,6 дюймов. Вот он сюда помещается. И еще... Наверное, ну, дюйма, наверное, 2 можно сюда поместить. То есть он помещается. И достаточно места еще для многих там других вещей. То есть ноутбук сюда садится легко. Здесь есть, здесь есть вот такой вот карман. И мы даже можем его поместить в этот карман. То есть без проблем он в этот карман даже залазит. Вот. И даже можно закрыть. То есть вот. Все, без проблем все легло. И давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть. То есть рюкзак, лямки настраиваются. Такая вот двойная здесь регулятор двойной. Вот, для того, чтобы его послабить. То есть достаточно, то есть мы тянем и он фиксируется. И для того, чтобы послабить, достаточно приподнять вверх немножко эту штучку. И он послабляет. Вот. Или и потом подтянуть как нам нужно, и все фиксируется. То есть эти замочки, мне этим нравится, что регулируется все очень просто. Все отлично. Давайте немножко высоко. Вот. Вот так. Отлично теперь. Вот. Ну и напоследок замеры сделаем. Я не знаю, откуда начинать замерять, поэтому замерю как есть, то есть там отсюда брать или отсюда, то есть поэтому мы возьмем вот по ширине, как он плоско, 36 и здесь 45, то есть, ну, грубо говоря, то есть вот такие вот размеры, 36 на 45. Далее, вот эта вот сумочка у нас 31 на 26. И последняя сумка вот эта, 42 на 30. Все рюкзаки отличного качества, просто, то есть, ну, до мелочей, до замочки, все-все-все, там, фурнитурка, класс, материал бомбовый, к нему, кстати, от него, от вода, вот такой вот я пользовался, ну, другого цвета, и от него отскакивает вода, то есть, он даже не мокнет. Тем, которым я сейчас пользуюсь на плечо на одно, он тоже уже у меня, наверное, около года, и довольно отлично выглядит, то есть, я он ни разу не стирал, ничего, то есть, он не
марки, вода отскакивает, такой, ну, отличные, в общем, рюкзаки. Магазин я могу советовать, это Nighty Go Fun, официальный магазин на площадке JD. Ссылка будет в описании. Вот, рюкзаками я очень доволен, все очень классно, все, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!